Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня перед вами играет группа под названием Labor Band, что означает лаборатория Евгения Ремнюка. Открыли мы программу оптимистической композиции «Розовые очки». Следующая композиция «Орбитальный блюз» посвящается прошедшему дню космонавтики. Thank you.
Спасибо. Я смотрю, блюз удался на славу. Но в любом случае, мы рады приветствовать в этом замечательном, уютном клубе Алексея Козлова, в котором мы в этом сезоне в первый раз. Итак, звучат композиции, написанные мною на протяжении последних 10 лет.
Сейчас прозвучит новая композиция в традиционном формате босановой. Я назвал ее просто босс. Приятного вечера. Thank you.
автор композиции. Спасибо огромное. Дмитрий Кондрашов, флейта, тенор, сопрано. Спасибо. Александр Лупачев, семиструнный бас, шестиструнный. Владимир Шевяков, гитара с процессором, с педалями. Федор Андреев, барабаны. Следующая композиция. Счастливое путешествие. Мэри Трит. Thank you.
продолжаем свое путешествие по странным курортным местам. Следующая композиция лирическая и называется «Калифорнийская зарисовка». Thank you.
Браво! Вы знаете, кстати, что Евгений Ремик, хотя и похож на строгого учителя, но в душе он романтик. Обратите внимание. Дмитрий Кадаршов, конферанс. Спасибо, но не забывайте поддерживать музыкантов, закусывая и запивая легкими прохладительными напитками. Итак, мы играем в одно отделение с перерыва. Следующая композиция быстрая, динамичная. Называется «Притча во языцах». We'll be right back.
Виртуозная композиция «Притча во языцах». И исполнили ее замечательные музыканты-виртуозы Дмитрий Кондрашов, тенор-саксофон, Александр Лупачек, шестиструнный бас, соло-бас, Владимир Шевяков, гитара, 64-132, Федор Андреев, барабаны, тоже быстро. Следующая композиция посвящается московской погоде, которая буквально с утра нас порадовала. Называется «После дождя» After the Rain. Thank you.
Такого дождя наступила хорошая погода уже, и поэтому вас так сегодня достаточно немало в зале, это уже нас двигает на подвиг ради искусства. Спасибо за поддержку, но мне кажется, что она могла быть чуть-чуть больше. Итак, сейчас прозвучит на следующем концерте и приведут с собой всех своих родственников. Правда? И всех жителей соседних подъездов, надеюсь. Да. Итак, композиция с немножко юмористическим названием «Ах, белый диплодок». Thank you.
Такой он был белый диплодок по аналогии с белым теплоходом. Продолжаем тематику летних. Да, наконец-таки дожди кончились. Пора всем поехать. Заслуженный отпуск. Например, в Турцию. Но в данном случае композиция посвящена Азовскому морю в Крыму. Называется она просто «Тропинка к морю». Thank you.
Дорога в дюнах, как бы. Все срочно в Крым, к тропинке, к морю, потому что в Москве, к сожалению, лето будет не жаркое. Лучше. Кто, кстати, заинтересовался музыкой, можете подходить ко мне, я вам покажу недорого. Альбом 2014 года, в котором, кстати, Дмитрий принимал активное участие. Помнишь? Не стесняйтесь, подходите. Следующее. Народу немного, поэтому пришлось обратиться. Вот мы рекламируем Крым за небольшую плату. Итак, тема «Водные путешествия» продолжается, называется композиция «Водопады», насколько я не ошибаюсь, «Waterfalls». Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Спасибо огромное за поддержку, аплодисменты. Итак, мы создавали для вас хорошее настроение. Надеюсь, вам понравилось. И на этом наш концерт подошел к концу. Еще раз огромное за аплодисменты и Араику Акопяну, и нашим звукорежиссерам отдельное спасибо. Итак, следите за рекламой, приходите на наши концерты. Группа Leather Band в составе Дмитрий Кондрашов, Александр Лупачик, Владимир Шевяков, Федор Андреев, Евгений Ревнюк, лидер проекта. Спасибо. До скорых встреч. Увидимся с вами.